Должен ли я исправить и направлять себя на то, чтобы завидовать на общее желание товарищей? Или достаточно завидовать конкретному товарищу? И конкретному товарищу, и всем товарищам, и мировому кли. Я, да, должен найти, каким образом я им завидую. Скажем, сейчас я смотрю на все женское кли и вижу по их глазам, по их взглядам, насколько они желают понять, почувствовать, приблизиться к тем самым ценностям, о которых мы говорим. И когда я смотрю на них, я через их глаза вхожу в их сердце и раскрываю в каждом сердце некое стремление к раскрытию Творца. И неважно, мужское сердце или женское, оболочка разная у мужчины и женщины. Но внутреннее содержание сердца, тут нет никакой разницы.